Хочет делиться с нами своим миром. И Марина редкий человек, который хочет делиться с нами красотой. Потому что на этих картинах, во-первых, вот то, что мы называем, да, красиво, да, это юные Венеры, это ракушки на дне моря, это осенние спокойные дивные аллеи, это цветы, это какие-то танцы в космосе. Но вот за этой как бы художественной красотой, да, там за медиум, за бумагой, там, за холстом, за красками, безусловно, стоит красота внутренняя и красота, которая складывается из гармонии, из какого-то внутреннего покоя. Я благодарна тем, кто помог мне организовать эту выставку галереи, тем, кто работает в галерее, тем, кто помогал мне организовывать, искал спонсоров, тем, кто поддерживал меня, особенно мои родные близкие, они звонили, писали мне в скайпе и желали мне удачи. И благодарю Олечку, которая поддерживала меня, мою дочь, мужа моего. Вот. Всем огромное-огромное спасибо, потому что это моя первая выставка в Лондоне. Хотя на Украине у меня уже были выставки, но здесь это первая выставка. Конечно, я очень волнуюсь, как воспримут люди эту выставку. I just want to thank, I want to thank everyone for coming. I want to thank my friends, my family, our sponsors, the organizers. I want to thank my daughter for support. I want to thank my husband. It's my first exhibition here in London, and I'm a bit nervous. Здесь представлены не все, конечно, мои работы, здесь в основном работы медитативные. То есть это, ну, как бы сказать, очень, ну, так будем говорить, арт-терапевтическая техника медитативная. I do not exhibit all my works here. Most of the works that I exhibit belong to the meditative. И вот арт-терапия мне помогла, она меня вытащила. Вот есть здесь работа одна, которая помогла мне даже перестать бояться смерти. Я так и назвала, я ее очень люблю и говорю, что со смертью я подружилась, и я ее больше не боюсь. То есть вот арт-терапия как раз помогает как изменять даже себя и помогает мне, помогать другим людям изменять тоже, то, что если у них какие-то проблемы. Art therapy helped me a lot. I was going through a very difficult period in my life when my mom died. And it was art therapy that helped me to recover my strength and carry on. And one of the works here is actually, it's called Life and Death. And I like this work a lot because it helped me make friends with death and I'm not afraid of it. So art therapy helps people to overcome their
the difficult, very tough times. Я хочу сказать, что многие здесь работы, они нарисованы цветными карандашами, и меня часто спрашивают, почему пастелями цветные карандаши. Я хочу сказать, что я рисую картины часто в самолетах, на маленьких листочках, входя в такое состояние, как бы, ну, даже после йоги, например, после я занимаюсь йогой, медитациями, танцами, и, в общем, я очищаю свой ум, свою душу. И я пытаюсь получить информацию, поэтому с моими работами надо, наверное, как-то подходить и общаться, потому что там очень много информации. Я хочу сейчас создать огромный, построить арт-терапевтический центр, куда могли бы приходить все люди, кто хотел бы методами искусства, ну, исправить какие-то свои проблемы, вылечиться. Я знаю такое хорошее выражение, что художники – это кисточки в руках Бога. Поэтому я просто выполняю его, ну, как бы, задание, его волю. First of all, we'd like to congratulate her on her birthday. Happy birthday, Marina. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday just for you. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday.